Бабочка, паутина, мышеловка, качающееся бревно, параллельные и горизонтальные переправы. Такие препятствия пришлось преодолевать ребятам. В соревнованиях участвуют команды из 9 школ и 3 лицеев Солнечногорского района. Мне было бежать легко, но некоторые команды, может, уставали, смотря кто как подготовлен. Лично для меня самое сложное – это бабочка трассы. Не знаю почему, но у меня она получается не всегда хорошо. Но сейчас я хорошо прошла. Вторая часть соревнований – показательные выступления. Сначала школьникам продемонстрировали, как правильно обращаться с порошком-огнетушителем. А потом, как нужно давать отпор правонарушителям. Понравилось все. Еще бы хотел сюда приехать. 5 дней, да, с понедельника до пятницы. А тут, допустим, дождь, там куда вы? Ну, в палатку или в школу. Организатор этих соревнований – районный комитет по народному образованию. Цель их проведения – обучение школьников действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. Сейчас очень много происходит техногенных аварий, природных катаклизмов. Ребята должны уметь вести себя и действовать в этих условиях. То, что мы увидели сегодня, это только первый этап соревнований. Впереди ребят ожидают еще 8 километров с двумя сложными переправами через реку. По окончании лучшие команды получат грамоты и кубки. Есть и специальный приз – Ника. Он предназначен для ребят из кадетских классов. Будем надеяться, что награды найдут самых достойных.